Недавно стало известно, что бывшая жена Асджана Дениза, Физа Актан, снова подала на него в суд. Она также заявила прессе, что ее бывший супруг заставил ее пережить несколько страшных моментов в жизни. Женщина подала иск, где указала, что муж периодически подвергал ее унижениям. Кроме того, с Асджаном ее свобода была ограничена, а когда Физа решила обратиться в полицию, муж стал угрожать ей побоями. Со слов бывшей Дениза, он стал грозить ей расправой в присутствии свидетеля по имени Бусен Арджи. А вот 25 октября 2018 года и вовсе произошел вопиющий инцидент, когда из ревности Асджан Дениз закрыл Фейзу в доме и при этом угрожал расправиться с ней и ее воображаемым любовником. Все эти факты описаны в материалах дела. Для тех, кто не знает, Асджан и Фейза узаконили свои отношения в 2018 году, и в апреле того же года у них родился сын Кузей. У супругов большая разница в возрасте – 20 лет. Брак просуществовал всего год и 3 месяца. В суде по поводу бракоразводного процесса актер обвинил Фейзу в том, что она плохая мать для их общего сына. А женщина, в свою очередь, сказала, что муж ей изменял. После развода было принято решение о совместной опеке над сыном. С этим Асджан совершенно не согласен. Он желает заниматься воспитанием малыша самостоятельно. После развода бывшие супруги часто пересекаются на судебных заседаниях. Причина размолвок в том, что Фейза не собирается съезжать из дома Дениза в хорошем районе Стамбула Сарыйер. В связи с этим в ноябре 2020 года актер подал заявление с обвинением бывшей жены в вымогательстве. Следите за событиями из жизни звезд турецкого кино вместе с нами и подписывайтесь на наш канал.